изначально по естеству своему, которое едино в себе, которое по естеству своему за пределами познания ума и чувств твари, которое вне времен и эпох, которое создатель всего этого. Подумай теперь, сколь богат в своем изобилии океан творчества его, и как много тварей принадлежит Богу, и как в своем сострадании уносит все, посещает все, заботится обо всем, руководит всем. И как он со своей безмерной любовью пришел к устроению мира и началу творения. И как сострадателен Бог. И как терпелив дух его. И как любит он эту тварь. И как переносит ее, снисходительно терпя ее суетность, грехи различные, злодейства, дар неимоверное богохульство, демоны, злых людей. О, какая глубина богатства, какой великий замысел, какая высокая премудрость у Бога. О, какое сострадательное милосердие и богатая благость у Создателя. С какой мыслью и с какой любовью сотворил он этот мир и привел его в бытие. Любовью привел он мир в бытие, любовью ведет он его. В этом его временном образе существования. Любовью он приведет его к тому чудному изменению, и любовью мир будет поглощен в этой великой тайне того, кто совершил все это. В любви заключается исход всей истории существования твари. Как нет в знании создателя ни единого тварного естества, которое было бы раньше или позже, но в сознании его извечно находится то, что он привел в бытие. И не так, чтобы он знал одного раньше или позже другого, но всех их одинаково, без того, чтобы кто-либо был раньше или позже, даже на одну секунду. Так нет никого впереди или позади в его любви к ним. Нет у него вообще больше или меньше. Напротив, как есть равенство и постоянство в знании его, так есть равенство и постоянство в любви его. В сознании его всякий имеет свое единственное место в чине любви, соответственно образу, который он узрел в них, прежде чем создал их и все остальные твари, прежде чем замыслил он сотворение мира. Он, чья любовь не имеет начала, изначально обладал начальным побуждением к сотворению мира. У него единый чин совершенной бесстрастной любви ко всем, и у него единый промысел, как о тех, кто пал, так и о тех, кто не пал. Было бы в наивысшей степени гнусно и абсолютно богохульно полагать, что ненависть или обида существует у Бога, даже против естества демона, или думать, что какая-либо иная немощь или страстность, или что-либо еще могущее появиться в процессе воздаяния за доброе или злое, относится по способу воздаяния к этому слабому естеству. Напротив, все, что считает он полезным для нас, то и совершает с нами. Приносит ли это страдания или доставляет облегчение, причиняет ли радость или боль, бывает ли чем-то незначительным или славным. Все направлено к единому и вечному благу. Мы знаем, и всякий человек убежден, что нет изменчивости у Создателя. Нет у него каких-либо более ранних и более поздних намерений. Нет ненависти или негодования в естестве его, нет больше или меньше. А любви его нет прежде или после в знании его. Ибо если всякий человек верит, что по благости и любви Создатель творения пришло в бытие, тогда мы знаем, что они никогда не уменьшились и не изменились в естестве Создателя в результате беспорядочного течения своего. И совершители их прощаются без всякого осуждения Бога, который знает все, которому все известно, прежде чем оно происходит, и который знал о нуждах естества нашего, прежде чем он создал нас. Ибо Бог благ и милосерд, и не в обычае у него судить слабости естества и дела, совершенные по необходимости, даже если они и предосудительны. Бог разумляет с любовью. Он не мстит, да не будет сего, но, напротив, хочет восстановить свой образ в человеке. Он не гневается до тех пор, пока исправление не становится невозможным. Ибо Бог не ищет отмщения самому себе. Вот цель любви — наказание.
оказание любви бывает для исправления, а не в целях возмездия. Тот, кому нравится считать Бога мстителем, и кто предполагает, что тем самым он свидетельствует о справедливости Божией, обвиняет Бога в недостатке благости. Но да не будет того, что в этом источнике любви и океане, наполненном благостью, была каким-либо образом обнаружена мстительность. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает то, чего он достоин. Милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью и склоняющаяся ко всем состраданиям. Кто достоин зла, тому не воздает, а кто достоин добра, тому дает вдвойне. И если очевидно, что милосердие относится к области праведности, то справедливость к области зла. Как сено и огонь не могут находиться в одном месте, так милосердие и справедливость не могут сосуществовать в одной душе. Как песчинка не уравновешивает большее количество золота, так требования правосудия Божия не выдерживают равновесия в сравнении с милосердием Божьим. Что горсть песка, брошенная в великое море, то прегрешение всякой плоти в сравнении с промыслом и милостью Божьей. И как источник, изобилующий водой, не заграждается горсткой пыли, так и милосердие Создателя не побеждается пороками тварей. После грехопадения Бог явил себя людям как судья, а в последующих откровениях как Господин, как в случае с Ноем, Авраамом и теми, кто после него. От пришествия же Христова и далее начались откровения, которые являли чин отцовства, что Он поистине Отец и не хочет действовать по отношению к нам, как Господин или Судья. Благословенно величие Господа, отверзающего перед нами дверь, чтобы у нас не было иного желания, кроме стремления к Нему. Ибо в таком случае оставляем мы все, и душа устремляется вслед за Ним одним, так что у нее нет заботы, которая воспрепятствовала бы ей в этом созерцании Господа. В какой мире возлюбленные мои оставляют ум заботу об этом видимом и заботится о надежде на будущее? Такой же он делается более тонким и просветленным болитвом. И в какой мере тело освобождается от уз мирских дел, такой же освобождается от этого и ум. Поэтому Господь прежде всего заповедовал держаться нестяжательности, удалиться от мирского мятежа и освободиться от общей для всех людей заботы, сказав: всякий, кто не отречется от всего человеческого и от всего своего, и не отвергнет самого себя, не может быть моим учеником. Пока человек не удалится от того, что приводит сердце его в смятение, враг всегда с легкостью нападает на него. Поэтому древние отцы наши, проходившие этими стезями, зная, что ум наш не во всякое время сможет стоять на страже своей, мудро рассуждали и, как в доспехи, облекались в нестяжательность. Они ушли в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы не встречать причин к падениям. Я имею в виду раздражение, пожелания всякие, злопамятство и желание славы. Но чтобы все это и прочее было сведено к минимуму пустыни, ибо ею они укрепляли себя, как необоримой крепостью. И тогда каждый из них мог совершить подвиг свой безмолвие, не чувство при встрече с чем-либо вредным, и находили себе помощь для содействия нашему врагу. Кто достиг определенной степени и приобрел стремление к Богу, после того, как покинет мир, не должен долго пребывать в общежитии или обращаться среди многих людей. Но как только познает он жизнь среди братьев, монашеский чин, присущий ему смирение, пусть он отделяется и пребывает один в келье, дабы не привыкнуть к многим людям, и дабы простота его первоначального состояния не превратилась в лицемерие из-за постоянного общения с распущенными братьями, находящимися среди нас. Ибо я видел многих, которые в начале своего удаления от мира, когда приходили в монастырь, были чистыми, но
со временем из-за долгого пребывания в общежитии становились лицемерными и лукавыми, так что у них уже не было той простоты. Поэтому общаясь с одним только старцем, который засвидетельствовал себя добрым поведением, познанием безмолвия, и только с ним одним собеседую, им будь наставляем, и у него учись образу жизни безмолвия. Ни с кем за того время не вступай в общение, и вскоре удостоишься усить знания. Не думай, что все подвижничество со всеми его чудными деланиями равно пребыванию в неизвестности и забвении, или равно бегству от всего. Мы, отшельники, заперли двери не для того, чтобы упражняться в добродетели, но чтобы стать мертвыми даже для самой добродетели. Ибо если бы от безмолвия мы ожидали добродетели, тогда наши добродетельные братья приобретают то же самое в общежитии. И что тогда сверх этого дает бегство и погребение себя в келье? Нет, мы надеемся получить от безмолвия то, что у многих находится перед глазами, но что невозможно обрести. Если бы мы стремились к приобретению добродетели, какое препятствие для добродетели было бы в сожительстве с многими людьми? Насколько человек отделяется от пребывания в миру и поселяется в местах отдаленных и пустынных, так что сердце его ощущает удаление от всякого естества человеческого, настолько же приобретает он безмолвие от помысла. Ибо в пустыне, брат мой, не бывает у нас такого беспокойства от помыслов, и не изнаваем мы от многой борьбы, которую причиняют они. Ибо самый вид пустыни естественным образом умерщвляет сердце от мирских поползновений и собирает его от натиска помысла. Как невозможно ясно видеть человека, которого заслоняет дым, пока он не удалится, не отойдет оттуда. Точно так же невозможно приобрести чистоту сердца и безмолвие от помыслов, без одиночества, далекого от дыма мира сего поднимающегося перед чувствами ослепляющего душевные очи. О, каким злом для безмолвника является видение людей и беседа с ними. Как сильный лед, внезапно покрыв древесные почки, иссушает их и уничтожает. Так свидание с людьми, хотя бы весьма кратковременные и допущенные, как кажется, с благой целью, иссушает цветы добродетелей, только что распустившиеся под тихим ветром безмолвия, нежные и обильно покрывающие дерево души, посаженные при истоках вод покаяния, и как сильный иней, покрыв собой едва выросшую земли зелень, пожигает ее, так и беседа с людьми пожигает корень ума, начавший превращать из себя зла в добродетели. И если беседа с людьми в чем-то воздержанными, а в чем-то имеющими лишь малые недостатки, и та обычно вредит душе, то не гораздо ли более вредны разговоры и свидания с людьми невежественными и глупыми? Многие начали с трудов, нищеты, умерщвления по отношению к приходящему, постоянных молитв, слез, многих земных поклонов, смиренного образа жизни, стремления к неизвестности, продолжительного воздержания, тишины и удаления от людей. Но после всех этих перечисленных вещей окончили тем, что предались отдыху, сделались известными, вступили в собеседование с богатыми людьми, и постоянные пересуды с мирянами стали обличителями, судьями, советниками, посредниками в важных делах. Иногда для братьев, иногда и для мирян стали засматриваться на женщин, наставлять и поучать их, и души их стали местом беседы, встреч с людьми грубыми, и вместо прежнего своего вмешивания избрали они для себя жизнь рассеянную и пребывание в слепоте. Жизнь их закончилась в телесных деланиях после всего их прежнего подвижничества и столь прекрасного образа жизни, когда не хотели они даже видеть лицо человеческое
и словно уже находясь в будущем веке, отражали бесплодно со всей реальностью своего подвижничества в безмолвнической жизни.